Ревнивая двоюродная сестра, называется письмо. Здравствуйте, Юлия. Анастасия. Здравствуйте, Анастасия. Моей дочери 1 год и 2 месяца. У нее есть двоюродная сестра со стороны мужа. Ей 3,5 года. Она с появлением моей дочери сильно, очень сильно ревнует к ревнует бабушку и дедушку. Вырывает у моей дочери игрушки. Говорит, это моя игрушка, не делится. Это ее игрушки, так как были куплены именно ей. Но здесь она права, да? Про ревность тоже все понятно. Про игрушки я вам рассказывала, что детям в дошкольном возрасте, младшим и средним, делиться игрушками очень сложно. Здесь они правы. Это их прям собственность, скажем так. Она находится очень часто у бабушки и у дедушки, практически 3-4 раза в неделю, и считает дедушку своей собственностью. Когда моей дочери уделяют много внимания, она уходит в угол и говорит дедушке и бабушке к ней не подходить. Обижается, капризничает. Моя дочь на данный этап ее развития подбегает и хочет все трогать и забирать, что у сестренки в руках. Эта сестренка, конечно, не нравится, и она выдергивает свое у моей обратно. Я у ДК думаю принести наши игрушки туда, чтобы меняться. Мама сестренки делает ей иногда замечания, но не сильно старается. Ну а что тут делать замечания? Это же ее игрушки, она имеет право не делиться. Бабушка и дедушка просто говорят, что она тоже хочет поиграть, все уговоры не помогают. Как мне себя вести? Простите за ошибки. Проучилась всего до 2 класса, затем уехали за границу. Благодарю вас за ответ, Анастасия. Так. Что там у нас? Наверное, Анастасия, вам лучше посмотреть наш плейлист «Братья и сестры». Вот там много я говорю про дележ игрушек и вообще, как это дело все воспитывает. А сейчас вот только кратко скажу. Там вы поподробнее посмотрите, ладно? Я скажу, что старшая права, потому что это ее игрушки. Заставлять ее делиться и любить младшую, ну, никак нельзя. От этого она только будет еще больше ее ненавидеть. Стараться минимизировать их общение, раз она так болезненно сейчас проходит. Ждать, когда старшая подрастет 4 года, тогда ей захочется общаться, больше будет желание, да? И наоборот, присутствовать здесь. Видите, вы сошли, значит, нужно туда прийти с игрушками, так же, как и она приходит с игрушками у бабушки, у дедушки, да, на их территории. Бабушки и дедушки, когда она обнимает бабушку и дедушку старшую, она точно так же должна обнимать младшую. Как она обнимает младшую, так она должна обнимать старшую. И говорит, как я вас люблю, какие вы у меня хорошие. Но это вы там в плейлисте подробно все это посмотрите. Там будете смотреть, как вот двоих детей воспитывают. Здесь вот то же самое. Бабушке и дедушке нужно будет говорить, я вас обеих люблю. Если бабушка что-то принесла младшей, Не дай бог, если вы видите такая ревность, такое отношение. Если бабушка или дедушка, или вы что-то принесли младше на глазах старше, то ну, такой ситуации вообще не должно быть. Вы должны принести поровну и сказать, это тебе, я тебя люблю, какая ты у меня красавица, и ты какая красавица. То есть все, что срывается с ваших уст в сторону одной, должно сорваться то же самое в сторону другой. Вот, если рисуете, то вместе, если играть, то вместе, если обниматься, то вместе, чтобы не было никакой ревности. Ревность – это все нормально, все правильно. Завели себе новую, меня не любят. Ребенок пытается добиться вашего внимания дедушки и бабушки. Вот, значит, когда они вдруг все-таки у них получилась какая-то игра, что-то там они в игрушках засели, быть здесь, не оставлять ни в коем случае, потому что наверняка младшей захочется что-то потянуть, она же не понимает еще этих социальных каких-то границ и этих правил. Захочется взять, потянуть, а здесь хлобыснет или ударит, или расстроится, или что-то еще разозлится. Нужно это урегулировать и регулировать до тех пор, пока дети не вырастут и начнут это делать сами. Либо меньше туда ездить, либо ездить и полный контроль. Не заставлять старшую делиться, меняться, там, что ты плачешь, ты себя плохо ведешь, вообще этого ничего не делать, а быть здесь миротворцем. Ну, в общем, смотрите плейлист. Брать сестры, как воспитывать двое детей, вот эта вот ревность к младшим, вот там все прям подробно. А это сейчас я вам вкратце. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Напоминаю, что у нас есть мобильное приложение с развивающими играми. Ссылочка будет внизу. Установите наше приложение, поиграть в 6 бесплатных уровней, решить, что оно вам очень нравится, оплатить 279 рублей один раз, много музыки разнообразной, 2 языка, русский и английский. В общем, приходите, мы вас ждем. 279 рублей за развивающие приложение для детей от 2-3 и 3-4 лет. Анастасия, ревнивая двоюродная сестра, год и 2, 3,5 ответила.